Жители Старой Константиновки вышли встречать нашу съемочную группу на улицу. Люди в негодовании. До сих пор не понимают, как такое могло произойти и кто стоит за этой жестокостью. Вы знаете, вот вопиющий случай произошел позавчера в 6 часов вечера. Убили нашего, в общем-то, местного пса. Очень дорогого нам приехала служба передержки, как они представились, и выстрелом его, в общем-то, убили. Ну, вопиющий случай, конечно, ни передержки там они не предложили, никому не объяснили, в общем-то, что, для чего это делают. Ну, просто произошло это моментально, на моих глазах. Пока я к ним подошел, начал разбираться дословно, что мы занимаемся отловом животных по договору с городской администрацией. Вот, и к нам претензий не должно быть, у животного не было ошейника. Таким образом, они его и отстрелили. По Уголовному кодексу жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, повлекшее гибель или увечье, наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. Чтобы разобраться, кто именно занимается беспощадным отстрелом бездомных животных, мы обратились за разъяснениями в Тверь спецавтохозяйство. Подскажите, пожалуйста, это ЦАХ? Да. А скажите, пожалуйста, вы занимаетесь отловом бездомных животных? Нет, давно не занимаемся. Собаку звали Мальчик. Жители искренне любили его и ласково называли наш мальчик. Совсем недавно у мальчика появилась подруга, которая делила с ним кров и еду. Дворняжка по имени Маруся. Собаки подружились, и в день трагедии уже мертвого пса Маруся пыталась отбить у живодеров, а потом всю ночь выла в будке. Вот я хочу показать всем номер машины, совершившей вот это вот, на наш взгляд, злодеяние. Естественно, здесь переправлена буковка, здесь должна быть буква «Е». Пожалуйста, все посмотрите, вот, и будьте бдительны. Это был большой стресс для наших детей, потому что мы своих детей учим, стараемся привить им гуманные ценности, учим доброму, жалостливому отношению к животным. У нас у всех многих своих собаки есть, ну и прочие домашние животные. Вот. И дети, получая от нас урок гуманизма, вдруг видят вот такой вот ужас. Дети у нас плакали. Дети плакали. Взрослые и дети очень тоскуют по своему другу. От имени жителей Старой Константиновки они обратились к депутату Илье Холодову за помощью. Народный избранник заверил, что поможет разобраться в этой ситуации. Жители уже составили заявление в прокуратуру.